встретились. Настоящее. Смотрите, какой страшный забор. Страшный. И прошлое. А здесь красивый забор. Или кусок старого дома остался. Вот. Интересно, что люди вообще делают. Над этим забором, смотрите, на горе возвышается замок. Вот такой серый, невзрачный. На крыша замка и вот башня такая в середине. Смотрите. Вид на замок и на башню отсюда снизу практически из полей. Вот там внизу еще какое-то укрепление. Вот. Мы стоим внизу, вот на этой дороге, как бы. Еще раз показываю. Там, где живут привидения, я одно увидела. Смотрите, вот там в окне. Стоит такое здание, и слышна вода. Я так подозреваю, что это была старая мельница. Сейчас тут какая-то фирма находится, которая делает доски строительные. Вот сколько досок здесь. Ну вот, а здесь вот водопад. Да, такой водопад. И, наверное, вот здесь где-то раньше было мельничное колесо. О, а этот красный домик, смотрите, он просто стоит на мосту. Вообще хорошо, что мы сюда нагло зашли. Красный домик стоит на мосту. Вот мне надо показать. Вот там вода, мост. И здесь стоит такой красный домик. Наверху виден замок. Вот, а сейчас мы заглянем в домике. В домике накрыт стол. Стоят стаканы. И посмотрите, что там сидит на столе. О-о-о. Это линия Василиса Прекрасная.